掩饰过多少，才不会被现实看到。只是相爱很难刚好，陪着你就好，这样不算打扰，还依然听到爱你很久清晰的心跳。那一份爱放在我心里变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在应该都很好。记忆它如诗如画的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道你现在好不好。依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在都很好。爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好，原来你才是我一直珍惜的每秒，我答应了你就会一直都好。послушай, твой сын еще за 1000 миль от того, чтобы вырасти. Если однажды со мной что-то случится, тебе лучше не рассчитывать на него. Если он сможет о себе позаботиться, это уже здорово. Тьфу-тьфу-тьфу. Что может с тобой случиться? К тому же, наш сын выпустился. Каждый день ты раздражен. Я даже не знаю, что тебя раздражает. Что меня раздражает, так я расскажу. Меня раздражает, что ты ведешь себя как он. Хватит, говори с вами, женщина, бесполезно. Пойдем спать. Ты просто завистливый, ревнивый и полный ненависти. Не понимаю тебя. Упрямый старик. Ух ты, как рано. Ты тоже рано. Я хороший сотрудник. Лушу. Почему Хан Зимо искал тебя? Даже не упоминай об этом, моя мама признала его за меня. Я боялся, что он доставит неприятности моей семье. Вот и научил его. Ли Лушу. Не хочу тебя отчитывать, но разве ты не напрашиваешься на неприятности? Он притворяется тобой, чтобы войти к вам домой. Разве это не для того, чтобы жениться на Ли Чуяо? К тому же, этот спектакль может продлиться недолго. Я не верю, что у Хан Зимо есть настойчивость, как у тебя. Мы ничего не можем поделать. Почему это не можем? Он и его ненадежный характер пытаются понравиться Ли Чуяо. Как только Ли Чуяо выйдет за него и возьмет фамилию Хан, будет ли он заботиться о твоей семье? Он не станет. Ты что, за него ручаешься? Когда встречаются соперники по любви, их глаза горят ненавистью. А ты что ж, как святой? Собираешься подарить кому-то землю, на которой так усердно трудился? Я... Хорошо, хорошо. Я больше не буду тебя отчитывать. Сколько бы я ни говорил, это пустая трата моего дыхания. Так ты пришел так рано, чтобы поспорить со мной? А сам о себе позаботился? Я... А что я? Нюсия. Тебе не о чем беспокоиться. Я достану ее одним махом. Ты просто блефуешь. Что значит блефую? Ее сердце наверняка уже мое. Уходи. Такое бесстыдство. Президент У, садитесь. Не стесняйтесь. Президент Хан, что касается цены, которую вы предложили, я обсудил это. Проблем нет. Похоже, все мы простые люди.
Поскольку президент У также прямолинейен, я перейду к сути. Давайте сразу к условиям. Хорошо, продолжайте. Условия простые, их всего два. Во-первых, столица Парящего Дракона, как компания, инвестирует 60 миллионов юаней и берет 10% акций. Без проблем. Мне не нужно одобрение совета, я лично могу вам это гарантировать. Вы действительно прямой человек. Тогда, что касается второго, я хочу 5% акций. 5% акций? Ай-я. Мы занимаемся бизнесом только для того, чтобы заработать. Это для того, чтобы обналичить позже деньги. Тогда что касается ваших денег? Я уже сказал. 60 миллионов. Президент Хан. Но это... не соответствует правилам. Президенту. Президент, вы умный человек. Эти правила, они были созданы людьми. И они могут меняться. Такая банальщина. Это не проблема, правда? Хорошо. Президент У, не беспокойтесь. После у меня небольшая встреча. Я собираюсь поговорить с Mind Technology о сотрудничестве. Тогда не буду задерживать вас. Президент Хан, да? Давайте сделаем так. Я согласен с обоими условиями, которые вы предложили. Приятного нам сотрудничества. Да. В тот момент у меня действительно не было выбора. Итак, президент У, вы согласились? Если бы я это не сделал, что я мог? Я уже хвастался на совете директоров. Я полон решимости победить. Хан Яо Мин, старый лис. Он воспользовался мной. Но есть кое-что, чего я не могу понять. Он так торопится обналичить их. Это немного... как будто он хочет выбраться из столицы Парящего Дракона. Что же он там задумал? Закончил писать? Что там пишет Лушу? Дети делают школьное задание. Сестра. Почему ты здесь? Чуяо, что с тобой? Почему ты... Мам, все нормально. Тетя. Да? Инструкция к этому массажеру. Написано здесь, на этой бумаге. Если вы не сможете прочесть мой почерк, здесь есть нарисованные мной картинки. Все это? Да. И еще вот это, тетя. Это. Для платформы потоковой передачи в интернет по ТВ. Вы же любите старые драмы? Да. Сможете посмотреть их здесь. Там работает? Да. Смотри. Дитя мое, ты такой внимательный. А? Ты позволил ему войти? Да. В прошлый раз он пришел с добрыми намерениями. Кроме того, если он вдруг исчезнет, это будет подозрительно. Я уже напомнил ему обо всем. Ничего страшного не случится, не волнуйся. Тетя, да? Как это называется? Хорошо. Я пойду налью вам ваночку для ног. Не надо. Тетя, не будьте со мной так вежливы. Относитесь ко мне как к сыну. Как к Чучену, хорошо? Тетя, садитесь.
Подожди, ты заставляешь меня краснеть. Как же так? Лушу, ты сбежал сюда, чтобы побыть один? Я пришел сюда почитать. Я давно здесь не была. Здесь неплохо отремонтировали. Ты такой же, каким был в детстве. Тебе нравится видеть себе гнездо, куда бы ни пошел. Помнишь, когда мы были маленькими? Подожди, куда ты меня ведешь? Отведу тебя в хорошее место. Пойдем. Помедленнее. Где? Здесь. Неплохо, правда? Здорово, Лушу. Как ты нашел это место? Просто гулял и нашел. Оно тайное, и здесь тихо. Разве это не лучше, чем твоя гостиная? Правда? Давай так, с этого момента будем приходить сюда. Хорошо. Тогда давай делиться всем, что здесь есть. Хорошо. Ты мой друг. Ты нарушил правила, ты не можешь так ходить. Что? Вот так. Сыграем в китайские шашки. Кто проиграет, получит по лбу. Хорошо. Я первый, хорошо. Ты не можешь так сделать, тогда я верну и твою. Почему вы здесь? Я так долго вас искала. Который час? Вы не пришли на обед? Хватит играть. Сестра Чуяу здесь. Кто это построил? Сестра Чуяу. Лушу построил это. Это наше секретное место. Вставай. У вас такой большой секрет? Но ты даже не поделился им со своей старшей сестрой. Боялся, что ты разболтаешь. Кто разболтает? Я никому не скажу. Тебе же нравится карта One Piece? Вот, я позволю тебе поиграть со своими. Правда? Верни их сразу, как понятно, закончишь. Понятно, сестренка. Сестра Чуяу, давай поиграем. Лушу, с этого момента я могу сюда приходить? Конечно. Как насчет... сделать это место секретной крепостью для нас троих, хорошо? Как тебе? Но разве наша тайная крепость не должна иметь имя? Верно. Как ее назвать? Назовем Дом Яо Ченшу. Отлично. Хорошее имя. Хорошо. С сегодняшнего дня наш Дом Яо Ченшу открыт. Сюда могут входить только мы трое, хорошо? Договорились? Хорошо? Хорошо. Круто. Но не говорите родителям. Отлично. Решено.
лучше быть маленькими и беззаботными. Чего это ты вдруг стала сентиментальной? А? Нет. Ли Чуяо такая фальшивая. И можно быть фальшивкой, а ты? Просто примем судьбу. Нет ничего плохого, чтобы поставить ее на пьедестал. Раз она попросила сегодня работу, давай сделаем это. Когда она станет слишком занятой, мы сможем проявить заботу и помочь ей. Разве это не хорошо? Алло, мама? Что? Говори. Это был голос Ли Чуяо только что. Она ничего не слышала, правда? Нам конец. Чуяо, я ухожу. Пока. Пока. Сяо Джао, я ухожу. Пока. Пока. Чуяо, у тебя есть какие-нибудь планы? Куда пойдешь поесть после работы? Слышала, внизу есть новый японский ресторан, очень вкусно. Я не пойду. Выйдите, наслаждайтесь. Пойдем вместе. Не относись к нам как к чужим. Я правда не считаю вас чужими. Идите, я не пойду. Кстати, я распечатала материалы для твоего проекта. Спасибо. Я сама могу распечатать, не нужно утруждать себя. Что за вежливость? Оставь, мы болтали в уборной. Не принимай близко к сердцу. Что? Ты нас не слышала? Чуяо! Чуяо! Президент Хан. Я так долго тебя ждал, почему не спустила? Я разговариваю с коллегами. Здравствуйте. Здравствуйте, президент Хан. Пошли. Ну же. Я ухожу. Пока. 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 Скажи, она нас не слышала? Привет, Лушу. Почему ты здесь? Я пришла навестить тебя и тетю. Кто это? Здравствуйте, тетя. Здравствуй. Я одноклассница Чучена. Меня зовут Дэн-Дэн. Дэн-Дэн? Дэн-Дэн, играющий на скрипке. Да, да. Давай, заходи, садись. Возьми сумки. Не стой там, давай. Давай. Садись. Кстати, есть суп, который приготовил твой дядя. Он в холодильнике. Принесу тебе, хорошо? Вы пока поговорите. Спасибо, тетя. Поговори с Дэн-Дэн, хорошо? Не говори слишком много, хорошо? Я поняла. Вот, попробуй блюдо дядюшки. Попробуй. Спасибо, тетя. Тетя, дядя приготовил суп с тремелой? Да. Вкусно? Да. Другая еда от дяди тоже должна быть вкусной? Да. Он отлично готовит. Все они любят есть то, что он готовит. Кстати, останься на ужин сегодня. Я позову твоего дядю и скажу приготовить несколько блюд. Он приготовит ужин, хорошо? Тогда мне придется беспокоить вас, тетя. Я давно не ела домашней еды, как вернулась из-за границы. Правда? Тогда ты вовремя. Останься на ужин сегодня вечером. Хорошо? Посмотри на нашего Чучена. Он не очень любит говорить. Вернувшись на этот раз, ты не уедешь снова? Я больше не уеду. Не уедешь? Это хорошо. Значит, твоя семья тоже в Ханчжоу? Да, они в Ханчжоу. Твои родители здоровы? Да, в порядке. Чем твои родители занимаются? Они работают в области противопожарной защиты. Я даже не закончила задавать вопросы. Они уже держатся за руки? Мой сын открылся. Мне нравится эта девушка.
Здравствуйте, младший президент Хан. Они действительно вместе. Чего такое? Можешь перестать все портить? Я не порчу. Сейчас все уходят с работы. Все видят, как ты меня подвозишь. Разве из-за этого я неплохо выгляжу? Пошли, пошли. Быстрее пошли. И пусть смотрит. Разве не здорово, что все знают, что ты моя девушка? Что в этом плохого? Послушай, надеюсь, когда люди посмотрят на меня, они подумают о моей работе. Они просто увидят вазу с надписью «Будущая юная хозяйка». Мне очень нравится, что ты называешь себя молодой хозяйкой. Хан Зимо. Подожди. Почему твоя реакция каждый раз такая? Ты намеренно пытаешься провести между нами черту? Стыдно быть моей девушкой? Что за чушь? Я надеюсь, что ты сможешь дать мне немного места, когда я на работе. Можешь это сделать? Сколько места тебе еще нужно? Чуяу, сколько тебе нужно дать места, чтобы было хорошо? В твоем доме я притворяюсь Лилу Шу, помню про твою маму. Это хорошо, ради тебя я принял это. В компании я просто хочу защищать тебя и заботиться о тебе, а ты говоришь, это перебор. Да! Я думаю, что ты зашел слишком далеко. Сообщая таким образом наши отношения всему миру, ты задумывался о том, что однажды ты не... Что ты сказала? Ли Чуяу, мы так недолго вместе, а ты уже думаешь о расставании? Настолько ты не веришь в меня и наши отношения? Посмотри на меня, я жду тебя здесь каждый день. Разве не потому, что я хочу увидеть тебя? Я переживаю, что ты устал и слишком много работаешь. А ты? Что ты сделала для наших отношений? Сколько приложила усилий? Хорошо. Я очень благодарна за все, что ты для меня сделал. Зима, ты когда-нибудь думал, что наши жизни не равны с самого начала? Я не хочу больше ничего говорить. Я пойду. Чуяу. Не ходи за мной. Зачем ты меня тащишь? Я хорошо болтала с тетей. Я сказала что-то не то? Подумай сама. Не уедешь? Это хорошо. Значит, твоя семья тоже в Ханчжоу? Да, не в Ханчжоу. Твои родители здоровы? Да, в порядке. Чем твои родители занимаются? Они работают в области противопожарной защиты. Прости, я сказала глупость. Все в порядке, просто будь осторожнее. Зачем ты сюда приехала? Я просто хотела посмотреть, как ты притворяешься чеченом. Снова сказала не то. Ты и Чучен были моими одноклассниками. Всем было трудно принять то, что тогда произошло. Для этой семьи ты отказался от своей личности, чтобы притвориться кем-то другим. Сколько мужества и жертвы нужно? Вот что я хотела узнать. Когда я был маленьким, я думал, что я проклятие, которое никто не хочет и никто не любит. Чучен был первым другом, который решил сблизиться со мной. Именно эта семья позволила мне почувствовать, что такое любовь. Без этой семьи нынешний Лилу Шу не существовал бы. Это всего лишь один из способов отплатить семье. Разве это не слишком обременительно? Личности большинства людей устанавливаются к 7 годам, а тебе уже за 20. Как ты мог стать кем-то другим? Кроме того, невозможно полностью изменить образ жизни и личность. Даже если ты делаешь это из любви и ответственности, думаю, это очень сложно. В конце концов, ты все равно станешь собой. Вне этой семьи я — это я.
Если бы я не увидела этого сегодня, то с трудом бы поверила. Ты думал о том, сколько еще нужно будет притворяться? Я не знаю. Лилушу, ты действительно делаешь это просто из любви к этой семье? Я люблю эту семью. Я буду хорошо заботиться об этой семье от имени Чучена. Не ожидала, что еда будет такой вкусной. Эти кисло-сладкие ребрышки были лучшими из того, что я когда-либо ела. Сестра Чуяо. Сестра. Сестра Чуяо, почему ты сидишь здесь одна? Я решила подышать свежим воздухом. Тогда, Лушу, я пойду. Не нужно меня провожать. Береги себя. Пока. Пока. Что такое? Лушу, может, я переборщила? Это из-за работы? Тогда ты поссорилась с Хан Цзэмо? Хан Цзэмо все время приезжает в компанию, чтобы забрать меня после работы. Но знаешь, насколько он известен? Сейчас все мои коллеги в компании подлизываются. Создают впечатление, будто я не просто помощница. Сегодня, в момент гнева, я сказала ему... Сделав так, что о нас узнали все, если однажды мы расстанемся, что я буду делать? Вы должны дать друг другу немного пространства, верно? Что именно мне делать? Лушу, вы здесь? Алло, сестра. С кем он разговаривает? Со старшей сестрой. Что-то случилось в его семье? Проблемы в отношениях. Ты не поймешь, даже если я скажу. Даже я не понимаю. Лушу, все в порядке? Да. Пошли. Проблемы в отношениях? А где... где туалет? Налево, за этими дверьми. Спасибо. Перестань смотреть. Ты что-то скрываешь от меня? Я... Что я от тебя скрывал? Чьи проблемы в отношениях? Постой, о чьих проблемах в отношениях ты говоришь? Тогда вечером поедим японской кухни. Хорошо, у меня дела, я ухожу. Что? Но я заказала столик на три. Идеально, только мы двое. Кто хочет быть с тобой наедине? Я серьезно. Старший брат Дале, ты должен мне помочь, ты должен мне все объяснить. О чем ты говоришь? Сия, куда мы идем? Спаси меня, Сия! Хватит тащить меня! Есть кто-то, кто хочет побыть с ним наедине? Я не верю.
Он охотно изображает кого-то другого. Я верю. Лушу такой добрый. Но если Лушу и сестра Чуяо просто друзья, тогда они могут просто притворяться близкими перед мамой Чуяо. Почему он проигнорировал такую важную встречу после одного телефонного звонка? Почему? Ты правда хочешь знать? Правда? Официант, я хочу заказать. Я хочу это, и это, и это. Хорошо, хорошо, достаточно. Этого достаточно, хватит. Дело не в том, что мы едим, а с кем. Ты... Ответь мне. Когда этот Хан Зиму впервые начал добиваться Лу Чуяо, он приложил столько усилий, но пока не понял ее. Позже, почему ему это удалось? Почему? Должно быть, кто-то помог. Ты имеешь в виду Лушу? Верно. Буду откровенен. Когда Хан Зиму только начинал, он ходил к Лушу. Просил помочь в ухаживании за его старшей сестрой. Лушу тогда не согласился. Но позже, с появлением Хаджуна, все, что произошло на стройке и прочее, он выяснил, что Хан Зимо – настоящий мужчина. И изменил свое отношение. Так вот, что случилось. Да. Я думала, что это что-то более серьезное. Такая небольшая информация не стоит того блюда, которое я только что заказала. Официант! Я не хочу ничего из того, что заказала. Да, мы больше не хотим. Еще и поесть хотел за это. Теперь можешь меня отпустить? Хорошо, отпускаю тебя. Хватит, не пей так много. Скажи, почему? Я ее парень. Что плохого в том, что забираю ее после работы? Почему она всегда обвиняет меня? Проблема не в этом. Но можешь вести себя более скромно. Ты молодой хозяин столицы Парящего Дракона. Знаешь, что подумают другие, когда увидят вас? Моя старшая сестра хочет полагаться на собственный упорный труд. Если ты продолжишь, другие не обратят внимания на ее усилия. Я просто хочу ее видеть. Я просто не могу контролировать мое внутреннее желание ее видеть. Но ты все равно должен уважать ее желание. Правда. Я ее не уважаю. В ее глазах только работа, а не я. Но если у нее нет денег, я могу дать ей их. Наша семья не собирается плохо с ней обращаться, верно? Хватит, остановись. Лучше не говори сестре вот это. Послушай, самая большая проблема между вами заключается в том, что вы проводите время по-разному. Моя сестра помимо работы заботится о родителях, а также ходит на свидания с тобой. А ты? Что ты делаешь весь день? Ты имеешь в виду, что у меня много свободного времени? Если бы у тебя была работа и жизненные трудности, ты не думал бы так, как сейчас. То, что ты сказал, вполне логично. Да. Есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь. Ну что это? Чем я могу помочь? Наша компания недавно проводила оценку продукта. Понимаешь, если ты... Договорились. Лушу, послушай, я настоящий профессионал в оценке. Не волнуйся. Я дам тебе очень и очень профессиональную оценку. Самую лучшую. Вот увидишь, хорошо? Thank you.
Критические моменты, я по-прежнему самый надежный. Я пойду с тобой. Мне нужно тебе кое-что сказать. Быстрей. Ты мне нравишься. Ты нравишься мне. Чан Дале любит Нюси и я. Услышала? Я серьезно. В любом случае, ты мне нравишься. Может быть, чувства вспыхнули от споров? Однажды, когда я не поспорил с тобой, я очень расстроился. Что еще? Кроме того, ты всегда с Джан Джиуяном. Я злюсь, когда вижу это. Еще есть этот негодяй Хуаян. Он целенаправленно сближается с тобой. Разве это не то, что ты мне нравишься? Это все? Все. Дале, я... Сия, послушай меня, я действительно ничего не ел. Ни капли. Хорошо. Она красивая, а семья у нее богатая. Иди. Нет. Сия, выслушай меня. Меня действительно похитили, ты же это видела. Она взяла и утащила меня. Более того, может ли эта девушка быть красивее моей Нюсии? Она даже твоего мизинца не стоит. Ни за что. Кроме того, у меня действительно не было аппетита. Я даже кусочка не откусил. Вот так. Я могу есть только когда ем вместе с тобой. Да и мне даже есть не нужно. Это уже праздник, если мы сидим вместе. Все остальное горькое, а моя сия сладкая. Замолчи. Я еще не ела. Как ты могла не поесть? Где ты? Я приеду за тобой. Попробуем японскую кухню, как и хотели. Внизу компании через 15 минут, иначе я за себя не отвечаю. Хорошо, через мгновение я буду. Пришло время свиданки. Здравствуйте, сюда, пожалуйста. Официант, подавайте блюдо. Хорошо. Все еще злишься? Не сердись. Я понимаю, я виноват. Прошу прощения. Прости. Все в порядке. В прошлый раз это было не полностью твоей виной. Я была взволнована, когда говорила. В будущем, если я буду слишком занят, и у меня не будет времени быть с тобой, ты рассердишься? Нет. Иметь работу — это хорошо. Тогда ты не был бы таким свободным. Но что ты собираешься делать? Лила Шо пришел ко мне за помощью. Младший брат попросил о помощи. Лила Шо? В конце концов, он еще ребенок. Да, он способный в области развития, но когда дело касается исследований и оценки рынка, ему далеко до меня. Так что это проявление здравого смысла, что он обратился ко мне. А я никак не мог отказать ему в помощи. Я буду думать об этом как о практике. Продолжай хвастаться. Моему младшему брату ты для этого не нужен. Я действительно не хвастаюсь. Как только все будет сделано, ты похвалишь меня. Отлично. Я хочу пить. Официант, стакан воды, пожалуйста. Лошо. Ты попросил Ханадзумо провести маркетинговое исследование? Да. Зачем ему это делать? Да он больше проблем доставит, чем помощи. От такого исследования нам не будет толку. В основном это для того, чтобы помочь ему найти занятие. Иначе он так и будет доставать мою старшую сестру.
А, ну тогда это нормально. Я пошел, хорошо. Как утомительно. Чаяо, послушай. В маркетинговых исследованиях продукты, которые я видел, продукты высокого класса, я видел их больше, чем Ли Лушу. В критические моменты ему все равно придется полагаться на меня. Знаешь, чем приходится сталкиваться нынешним клиентам фитнес-индустрии? С кем? С людьми высокого класса. Люди высокого класса — это те, кто наслаждаются жизнью. Видели мир и имеют хороший вкус. Они придают большое значение практичности продукта. И простоте дизайна. Знаешь, что их больше всего интересует? А я знаю. Я скажу тебе, никто не подходит для этой работы лучше, чем я. Твой младший брат обратился к нужному человеку. Тихо, все смотрят. Все в порядке.从未触碰，该何去何从？